Всем привет, дорогие друзья, с меня Ландрус. И многие беспокоило в Pain to Say то, что как же, не знаю, переносить, вставлять вот такие вот штучки. Это многие беспокоило, но и я нашел решение. Вам ничего нужны файлы. Давайте сделаем у нас. Сейчас вот прямо сейчас при вас вот зафоткаю. Раз, изображение. И сделаем такое мелкое. И еще раз зафоткаем. Возвращаем обратно. Теперь нажимаем файл. Открыть. Выбираем первый значок. Открываем. Файл. Открыть. Выбираем второй значок. Видим, они численно меньше. Мы берем квадратик и все выделяем. Ну, точнее, выделяем то, что нам нужно перенести. Теперь нам нужно перенести лишь эту картинку мини-браузера. Мы берем, потом нажимаем на буковку P и редактировать. Ну, в моем случае это редактировать. Нажимаем копировать. Вот наш второй. Заходим на него. И вставить. Во. Так, дальше мы выделяем. А у нас две картинки. Сейчас нужно вот так. Даю. Выделяем. Хоть все мы более выделим. Вот это все не считается. Не считается. Мы можем спокойно сейчас поперенестить. Возьмем, например, и перенесем. Не знаю, вот сюда. Картинки. Вот мы перенесли, да? Осталось. Дальше, чтобы нам что-нибудь обвести, нам же нужно черкнуть. Выделяем, например, выделим мы. Вот эту вот штучку. Вот эту штучку мы выделили. Слой один, пен. И ставим точечку. Еле-еле заметная вот она. Но точка есть. Переходим обратно. Кубик. Так. Стоп. Переходим в слой. Наюбнем. Выключаем. Так, на ком мы установили? Вы видели? Она переносилась. Сейчас, а ну-ка еще раз. Чиркаем. Что такое? Ну, вот такая мелкая. Это наш пикселянт. Подождите. Что-то я вам говорю не то, потому что у меня до записи было все нормально. Не мог именно переносить саму такую картину. Ставя так, точку, переходя на другой слой. Вот, да! Нужно же на том же самом слое. А, вот, все, мы видите, мы взяли на том месте, у нас тупо пусто. Оставили, теперь можем уже и брать. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И оставляйте, конечно же, свои комментарии. Всем пока, с вами был я, Ландрус. Бай-бай.